взгляд в прошлое, 1959 год. Фильм «Неподдающийся». В главных ролях Надежда Румянцева, Юрий Белов, Алексей Кожевников, Валентин Козлов, Светлана Харитонова, Юрий Никулин, Владимир Землянкин, Вера Карпова, Константин Насонов, Иван Каширин и другие. Светлая память и Царство Небесное этим легендам того далекого 59-го года СССР. Это фонд золотых комедий. Зрители только в СССР посмотрели бы, только представьте, 31 миллион. Это одна из лучших комедий того далекого времени. Релиз на DVD был 9 марта аж 2010 года от Lizard Cinema Trade. Час 16 пролетят, друзья, просто приятно вспомнить эту шикарную комедию. Ну а теперь кратко к сюжету. Есть на заводе два паренька. Два друга, из-за которых показатели молодежной бригады вечно страдают. Такие сорванцы. Уже было твердо решено уволить Анатолия Грачкина и его дружка Виктора Громобоева, как ребят взяли на поруки Надя Берестова. Маленькая, смешная девчонка, общая любимица. На собрании она пожалела друзей и... А комсомольцы, не растерявшись, сразу записали ей поручение. Поначалу Надя взялась за него с неохотой и опаской. Но постепенно это поручение становится самым главным в жизни. Девушка настолько втягивается в дело перевоспитания, что ради своих подшефных забывает собственные привязанности. Это шедевр. Это 9, это почти 10 баллов, друзья. Это 9 баллов. 9 баллов от меня получает эта добрая наша советская комедия. Режиссер Юрий Чулюкин. Я обязательно посмотрю еще... Да что тут говорить, обязательно вспомню фильмы Надежды Румянцевой. И, конечно же, других замечательных актеров нашего кино. Ну а вы, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Может быть, дизлайки. Помогайте по возможности любой денежкой на развитие канала. И буду очень-очень признателен. Смотрите наши советские фильмы с удовольствием в этом новом 2020 году. Никогда не забывайте, стоит пересматривать. Это действительно замечательно. И адьос.